Всем добрый вечер! Вы на канале Пиратская Жизнь. Ребятки, у нас ужин. У нас красивый, вкусный стейки. Сама жарила своими золотыми руками. Вот эти руки сильные мужские их отбивали. Он сидит какой-то тут мужик. Даже не поздоровается. Да. Хрен знает, какой-то пришел такой, сидит такой, жрет. Мясо мое жрет. Мясо твое жрет. Мясо мое жрет, да. Жрет твое мясо. Да. А что это с моим соусом-то? Хочу и с твоим соусом. Ладно. Короче, у нас, смотрите, вот такие стейки. Ну-ка, ну вон туда смотри. Вот туда смотри. Вот такие вот стейки. Дальше, смотрите, у нас грибы. У нас такие вот, как их, огурчики, лечо, имбирь. Да. В общем, короче, ну, я сама, можно? Спасибо. Нафигачил. Да. Как-то у него отбирают. Да. Вон, передачу смотрим про разводы. Да, какие? Звездные. Да. Я вот думаю, может быть, это... Я же звезда Ютуба. Может, мне тоже громкий развод с тобой оформить? Да. А что бы нет? А я вот думаю, может, стоит вообще? Ириска, да. Ириска, да. Ириска или редиска? И то, и другое. Вредный ты человек. Без хлеба. О, сейчас жарко, блин, сейчас жарила, короче, все вспотела. Все, ну, зато нажарила, теперь Вовчику и на работу, и нам с вами на покушать. Ну. Рис басмати, он самый-самый любимый. Ну, это проговаривайся, сори. Чего ты говоришь про сама? Раз сама жарила, значит, ты... Дай нож. Не звезда. Чтобы не пачкать. Я звезда. Чего тебе дать? Нож дай, говорю. Что тебе нужно? Ну, потому что. Что тебе надо, зачем, да? Пачкать, если ты уже порезал? Да, я звезда. Будешь выпендриваться, я с тобой развод оформлю. И все. Я тоже так хочу резать. Что, что звезда жарит? Отбивные сама. Слушай, ну, Ивлев, например, тоже жарит сам. И чё? Ну, он не, блин, звезда. Он не звезда? Он звезда. Нет. Он же, он тоже развелся. Ничего. Все разводятся. А мы с тобой. Вот такой, наверное, да? М? Какой такой? Год крыса, да? Угу. Ля, ты крыса, да? Кстати, сейчас ходили, короче, на кино. Майор Гром. Классно. Мне понравилось. Хорошо, наш научились снимать. Он, правда, конечно, все слезали. Всю, весь жанр, так сказать, с американского. Телеканал. Так снимали-то вместе с Диснеем. Что ты хочешь? В принципе, да. Логично. О, идет с другой. Мне тут фраза понравилась про развода. Что если что-то не так, блин, ты приди, скажи. Так и так, не люблю, разлюбил, все дела. Мне кажется, вот самое последнее дело, это вот извините меня, втихушку изменять. Особенно, когда если женщине дают понять это, она это узнает. То есть мужик настолько неаккуратен, что женщина узнает, что ей изменяют. Mm-hmm. Это прям жуть. Че ты сидишь, ешь со скоростью света? Мне кажется, если мужик дает все-таки понять это, он просто свою женщину не уважает. Mm-hmm. Если ты изменяешь, то хотя бы, блин, сделай так, чтобы это... Да. Не знали. Да. Тони и, блин, звезды. Чтобы все, все знали. Прикинь, жену с четырьмя детьми оставил. Звезда он увела. Мужика обычно. Да. Прикинь, с четырьмя детьми. Я не понимаю. Не, ну с другой стороны тоже, знаете, с трех детей рожает. Хотя, может быть, она не подозревала, что она изменяет. Влюбленного человека. Да я честно, я не понимаю баб, которые еще уводят из семьи. Причем, знаете, при условии, что они знают, что да. Мужик женат. И у него есть дети. Это бзик такой. Это вот прям вот вообще маразм. Это, извините меня, так сильно ненавидеть своих же Вот именно. Сосестер. Именно так. Именно так. Причем, знаете, мне кажется, если один мужик один раз ушел от бабы, да, он так вот изменил ей, то, скорее всего, и с этой бабой так же повторится. Почему?
Многие вот так думают, что вот он от нее ушел, а мне он изменять не будет. Если мужик кобель... А с чего ты решила, что он... Чего? Что он ей нужен? Кому? Жене? Нет. Та, которая его уводит. А какой смысл ей уводить? Нахрена он ей нужен? Просто. Чисто ради того, чтобы это... Да. Доказать себе, что я еще могу, что ли? Типа того. Это я считаю по-скотски. Некоторые... Из-за другого. И что? Мало ли вас там, кто вас знает, из-за чего. Старые обиды. Нет, тут я так поняла, что здесь обычная семья. То есть ничего их не связывало. Он вообще обычный работяга. В чем сюда? Просто симпатичный, так сказать. Вы знаете, есть такая фраза: сучка не захочет, кобель не вскочит. Была у нас такая одна. Чего? Работала девушка. И чё она? Принципиально встречалась только с женатыми. Ну, извините, но сука последняя, я считаю. Mm-hmm. Я считаю, у меня сейчас все замужние женщины поддержат. Потому что я считаю, что вот так вот себя вести, просто по-скотски. Когда спросили ее, а нахрена тебе это надо? Че, обычных мужиков, что ли, нету? Да. Ну. Обычно же лучше, они и свободнее, все. А тут что? Мне так не интересно. Ей так не интересно? Нет. Ну, тогда, значит, она... Я считаю таких баб... тварями. Вот лично я считаю таких баб тварями. А как говорят психологи, все, говорят, эти из детства идут. Вот, говорит, она в школе была, все ее тюкали, скажем так. А тут она типа доказывает? Да. Что я могу? Нет. У красивой Светки увести. А сейчас она стала парня красивой, а не гадким утенком. И доказывает тем, кто был красивой. А сейчас стал гадким утенком. После семейной жизни, да? Да. Именно так. Ну, не знаю. Это как один из, блин, вариантов. Угу. По сути, ей мужик-то нафиг не, блин, нужно. Чисто галочку поставить. Чисто на блиц одеть. А кому-то семью разрушить, ну вообще жесть. Я считаю, чисто больше... насолить. Как ну, это если ты прицельно кому-то, кого-то, так сказать, выбираешь себе целью. А если просто какого-то левого мужика. Не, а кстати говоря, знаете, на самом деле я когда вот искала себе мужа, ну, я тогда искала себе на ночь, честно признаюсь. Вот. Но, видите, нашла мужа. Нет, там очень много женатиков вот на этих сайтах знакомств, и просто, блин, толпы. Причем они даже открыто говорят: я женат. Ну, даже статус: я женат. Ну, ты мне типа нравишься. Там, туда-сюда, давай пообщаемся. Нахрена, мужики, нахрена общаться? Ну, разведитесь и общайтесь. Нет же, блин, они тут, извините меня, ля-ля-ля, пообщаются и к жене под бачок. Да? Так большинство вообще да? Из зоны это пишет. Ничего так, не блин, не мла. Нет, это тоже согласна. Он женат, но он в зоне. А что с женой не переписать? А нафиг она ему нужна? Короче, я этого всего не понимаю. Mm. Насчет развода, я считаю, что если прям совсем уже не в моготу и невозможно простить, я считаю, нужно разводиться. Особенно, знаете, бывает такое, что бабы прощают мужиков, когда вот прям буквально вот так вот с постели достают. Просто какую-то кошелку берут и достают из него из мужика из постели. Ну это как бы нет, совсем себя не уважать, а когда прощать такое. Приходит с работы. Блин, просто так мужику голову ножичком. И все. В смысле? Это за что? Что-то ей стукнул в голову. Это, знаешь, из разряда бойтесь терпеливых людей. Была у нас такая. Даже я тебя предупредила. Если я у тебя какую-нибудь бабу, вот так вот прям вот я тебя поймаю. В чем вот видишь?
Я тебя, блин... Вот таким вот ножичком ему голову. Да, тесачочком. Раз и все. Только я голову не буду, я тебе просто яйцо отрежу. Все. И на 10 лет села. Ну, зачем тебя убивать? Нет, я тебе просто яйцо отрежу. Все. Можно. Ты сядешь. Ну, зато меньше сяду. Mm-hmm. Зато нет. Там все. Там уже 7. Тоже 7? Угу. А, ну, тогда лучше сидеть у Брайда. Я шучу. Так что вот. Всякие случаи в жизни есть. Mm-hmm. Я просто считаю, что нельзя доводить до такого. Нужно все-таки оставаться людьми. И все-таки, если прям совсем, то разводиться. Вот мы с Вовчиком сремся. Но до развода у нас так и не доходит. Потому что одно дело посраться на слова, а другое дело, когда уже прям конкретно. Мне как девушка одна писала, кстати, реально, вот наша история, очень много откликов. Она писала, что вот у вас что? Мы с мужем на ровном месте поругались. Знаете, из чего? Из-за туалетной бумаги. Угу. Вот так. Что, не блин, поделили? Да. Может, не ту купил. Как вы помните со своей? Из-за вина. Угу. Из бывшей твоей. Угу. Из-за вина. Угу. То есть, по сути, ссоры и скандалы, это, в принципе, нормально. И как мне там пишут, ой, у нас мы живем душа в душу. Господи. Это то, что каждый на блин думает себе. Не, ну мне кажется, понимаете, а вот, кстати, правильно написали, по-моему, тюльпана, люблю тюльпан писал, по-моему. Он говорит, если одна сторона не хочет ссоры, то ссора не состоится. А если, соответственно, состоял ссора, то значит и одна, и другая сторона хочет поругаться. Нет, просто есть какие-то взаимные претензии. Ну вот раз ты повелся на моей... Стой, и с другой стороны. Значит, у тебя все-таки есть ко мне тоже претензии? Я их озвучил. Какие? Такие. Пять раз. И что, ну давай, выскажи еще раз. Я не помню. Я тебе все сказал. Да? Ты сказал, что ты меня услышала. Все. Я тебя не услышала. А ты меня услышал? Да. Во наглость, а? Чего? А? Чего? Кто? Чего? Я, кажется, грибы выхлопал, и все. Ну ты давай. Ты наглый вообще. Давай дальше ля-ля-ля-ля-ля. Да, бухти, да. Как смешки корабли. А грибочки корабли. Кончились. Все, обнаглел. Обнаглел. Конец. А ты решил огурчики подъесть, да? Да. Да знаешь, что-то доесть хотя бы. Хоть что-то, да? Угу. Еще осталось. Да. Вы там из-за бумаги ругаетесь. А мы из-за еды. Из-за грибов. Угу. Изминула же еще себе. Кого? Кушай. Грибов? А может их не осталось уже? А вдруг остались? Ну прикинь. Вот огурцы точно последние. Последние? Грибы еще остались. Да. Видишь? Значит, они последний съел. Будешь себя плохо вести, я с тобой разведусь. Вот так. Да, ну. Я тебя предупреждаю. Да. И все. Меня девчонки вот сказали, все, примут в Москве. Ага. В Питере уже зовут, все. Приглашают. Угу. Говорят, Нина только приезжает, погуляем, покутим, да, поболтаем. Да, да. А по мужикам, по дискотекам. А потом куда хочешь езжать? Че? Я как дам полбу. Могу ли совершить? Картинник. Mm-hmm. Что, поехали? Mm-hmm. Кстати, фильм, этот, который мы программ снимали в Питере. Ой, я посмотрела, я опять хочу в Питер. Девчонки, mm-hmm. я просто влюбилась в Питер. Не знаю. Мне так нравятся вот эти вот каналы. Мне так понравились эти мосты. Такая архитектура обалденная. Uh-huh. Только бы нам с погодой повезло. Было бы шикарно. Да. А то в прошлый раз одни дожди были. Не, что там делать? Не, блин, я влюбилась в Питер. Это была любовь с первого взгляда. Mm-hmm. Да. Я же знал, куда тебе я не понимаю, как вот люди затащить Питер. Тебя. Не. Вот реально в Москву не тянет. Я была в Москве, но не тянет. Потому что Москва — это большой муравейник. А Питер — это душа. Mm-hmm. Если это душа...
какая душа? Душа России. Угу. Скажем так. Не, ну там шикарно. Так как я училась на строителя, да, вот эту вот всю архитектуру, блин, вообще так красиво. Даже вот сегодня сидели в кино, смотрели вот там, да, вообще прям так захотелось. Вот ты, блин, видел такие экскурсии по крышам. Угу. Как там обустроено все. Видел, да, угу. На блин, крышах. Сделаны мостики, и по этим мостикам ночные экскурсии водят. Да, это классно. Вот, кстати, мы наметили себе уже несколько мест, которые постараемся сходить. Вот я бы, кстати, и на экскурсию бы по крышам бы сходил. Да-да-да, ночная экскурсия 500 рублей стоит. Ой. С человечка. Ну, я так еще хочу по каналу. Кстати, слушай, а мы, по-моему, не все маршруты, да? По каналу-то ездили. Есть ночная прогулка по всем этим. Ну. Да. Я обожаю. 600 рублей. Люблю. Была. Съездим. Но это ночная, она где-то начинается в 0.55, по-моему. Не, ну надо будет обязательно. Мы что? Были только на той экскурсии, которая вот это отходит вот от Адмиралтейства. Это помнишь? Шли до Авроры, немножко туда дальше. За большой Самсонинский мост. Самсонинский? Да. Самсон. Вот. Вот, там этот мост. И назад, и вдоль этого, и опять пристали. То есть мы на каналы не заходили. А там именно ночная какая-то есть, там именно по всем каналам прям идет. Угу. То есть по всем каналам, какие есть, и в Неву. Ну, честно, мне кажется, в Питере лучше вот путешествовать, ну, в плане того, чтобы быть туристом. А жить, я не знаю. Мне кажется, там не очень. Вот именно прям жить-жить. Что, в принципе, погода, конечно. Ну, люди же как-то себе живут. Не, ну это нравится. Да. Ну, поехали дело. Ну что, переезжай еще. Не, ну многие, кстати, говорят, переезжают дальше. В Калининград из Питера. Да, да, да. Там говорят, что кто уже пожил в Питере, это перебираются там за город. Да. Типа Вольгина. И так далее, и так далее. Я бы, знаешь, еще бы съездила еще раз в этот, как его, ну, загородное-то, как мы ездили-то. Петербург? Да, да, да. Да. Мне очень понравилось. Только я бы на этот раз бы съездила бы на корабле. Ну, в смысле, на этой стреле. Ну, короче, по морскому. На мини-теоре, что ли? Да. 1200. 1200 в один конец? С человека. Туда-обратно? Да. Со входом? Чего? Это со входом? Нет, без. А, это только трансфер, грубо говоря? Туда-сюда. Туда и обратно. Тогда перебор. 1200. Мы же тогда это узнавали, это самое дешевое. Я эконом-класс, блин. Мы же тогда это сидели. А такси мы, кстати? Это набережной 1200 человека. Туда-обратно. 40 минут. На метеоре. Угу. Вот. Вот это перебор. А на такси мы ехали, 500 рублей отдали. Это ну, Ситимобил. За троих, впрочем. Да. Тогда была акция на Ситимобил, 20% скидка. За счет этого мы скатались туда. А обратно рублей. Мы, по-моему, возвращались, у нас где-то 700 было, да? Нет, 750 вышло. Это Яндекс, но пришлось долго-долго искать. Он долго искал. То есть из Петергофа вообще уехать практически... Ну, трудновато. Потому что все маршруты, которые идут, они идут до автостанции метро Автово. А еще на метро ехать надо, если ты где-то... Кстати, мы на метро еще не покатались. Надо было. Метро тебе, да. Мы так в прошлый раз и не спустились. Там, метро, ой-ой-ой, какое. Там 6 минут только спускаться будешь вниз. Ну, круто. На этом эскалаторе. Короче, мы, как всегда... Там мы любим возвращаться туда, где мы уже были. Потому что когда мы возвращаемся, мы уже знаем, что мы хотим, что и как. И все. Я считаю, будет здорово. Если нам сейчас погода повезет, будет вообще классно. Прямо увидим. Вот так. Ладно, на сегодня будем заканчивать. Ребятки, всем огромное спасибо, кто с нами поужинал. Стейки получили, кстати, очень вкусные, мягкие. Автобус тебе что, не понравился кататься?
Нет, мне не понравилось. Да, прикольно. Взял и билетик. Сколько тогда там было? Ну, по 50 рублей. Билетик. 1000 рублей, да, по-моему, человек. Как, куда? На экскурсионный автобус. А, это-то? Не, мне не понравилось. Не понравилось. Мне не понравилось. Знаешь, как? Взял этот билетик, катаешься по сел на автобус, вышел, например, там, на остановке, погулял, поснимался, раз опять сел в этот автобус, поехал дальше. Короче, дело к ночи. Ребятки, мы сегодня будем заканчивать. Нужно в эти артиллерийские музеи. Мы еще туда не приехали, а ты уже там все, идем. Это уже точно, да? Ладно, всех любим, всех целуем. Сегодня у нас все. Это пока мечты, но надеюсь, они никогда не сбудутся. Все. Всем спасибо. Всем пока. И не разводитесь. Любите друг друга.